какие чудесные фразы. Ошибка в этом значении совершенно невероятна. Вон ученый тут болтает всякие штуки. В общем, я специально вот ради того, чтобы вот это все посмотреть, вот это все, понимаешь, вот чтобы здесь побыть, я еще раз играю в Half-Life 1, в этот великую игру. Это, безусловно, великая игра. А мне надо при всем при том где-то повернуть рычаг. Я его нифига не могу найти. О, он с одного выстрела убивается зато. Туда, не туда, нет. Здесь тоже нет. А, вот он, рычаг. Все, мы теперь запустили этот лифт. На нем мы сейчас... Сейчас мы возвращаемся. Подожди. Сейчас мы вернемся туда, откуда пришли. Он где-то... Да, вот так. Теперь вот сюда подпрыгиваем. Переползаем. Сюда теперь. Теперь вот сюда, по-моему. А, да. Вот так. И мы вот оказываемся около него. О. Так, теперь. Так, это все собрали, пушку взяли, и нам надо вот сюда. Все отлично, включили. И если что, откроем огонь. Да. Все. Так, вот здесь мы не вылезем. Этого мертвеца мы видели с той стороны предыдущим. И теперь продвигаемся. Да, ребят. Я не знаю игры лучше. Во, вот здесь вот, ребята, тоже будет... Я помню, я очень долго отсюда не мог выбраться. Никак. Здесь какие-то мелкие мандавошки бегают. А, и вот тут у нас еще... Вот этот товарищ тут действует. Так, с одного выстрела, хорошо. С одного выстрела. Здесь еще долго я отсюда не мог уйти. Очень долго. Сейчас попробуем, подожди. О, что это тут? О, еще один. Так, все, патроны подобрал. Еще один. Так, ну прекрасно. Этот все хорошо. Так, и вот этого еще надо... А, я его... Он уже что, все? Дохлый, что ли? А, он дохлый. И вот смотри, здесь надо как нам сделать. Надо вот так сделать, потом вот сюда сделать. Он попытаться... Да, вот так сделать. Ну, что, протискивайся давай. Все скользкое, понимаешь, что все замороженное. Мне что-то сдается, что тут надо будет мне идти назад, брать задний ход. Мне так кажется. Ну, давай вот сюда, допустим. Так. Мне кажется, что действительно тут... А, вот тут тупичок. Сейчас на меня кто-нибудь набросится. Во-во-во-во. Класс. Все так отсвечивает. Вот он, собака. И мне кажется, что я вернусь куда-то на исходную точку. А, вот, подгрузилась. Хорошо, а что-то я там так долго не мог найтись, когда первый раз играл. Не помню. О. Ух ты, тварюга. Так, хорошо. Так, ну чё, немножко выдохнем. Я даже думал, может быть, еще в Майнкрафт вернуться. Ну да ладно. Так, ребята, ладно, хорошо, перерыв.